Активисты Одинцовского местного отделения партии продолжают работу в рамках волонтерского центра «Единой России» и Общероссийского народного фронта по оказанию ежедневной помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. За 3 дня единороссы обзвонили 259 человек, в основном пенсионеров. Помимо предложения принести необходимые продукты и лекарства, это консультации по вопросам профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией. «Если есть какие-то вопросы, мы всегда на связи и готовы помочь», подчеркнул ответственный секретарь местного отделения партии Лариса Белоусова.